стиль. От греческого палочка. Инструмент для письма, применявшийся в древности и средние века. Стилем писали древние греки и римляне на деревянных табличках, покрытых со стороны текста воском. При написании воск процарапывался. Античный стиль представлял собой острый стержень из кости или металла, тупая верхушка делалась в виде лопаточки, шара или шишки. Ею стирали написанное. От названия этого инструмента возникло понятие «стиль», означавшее литературный слог, а впоследствии и ряд других значений. Вира. Это денежный штраф за убийство свободного человека в Киевской Руси. Взимание виры заменило обычай кровной мести. Согласно ранней редакции «Русской правды», месть со стороны родственников убитого могла быть заменена уплатой 40 гривен. Начиная с «Правды» Ярославичей, вира взималась в пользу князя в размере 40 гривен за убийство свободного человека. Двойная вира – 80 гривен за убийство княжеских слуг. А за нанесение тяжелых увечий взималось полувирье, то есть 20 гривен. За убийство зависимых людей взимали от 5 до 12 гривен. Холоп же, ударивший свободного, мог быть убит на месте. Цельс. Авл Корнелий. Древнеримский ученый, писатель и врач. Родился приблизительно в 25 году до нашей эры. Умер около 50 года нашей эры. Цельс написал около 20 книг по риторике, философии, военному делу, сельскому хозяйству и медицине. Сохранился лишь трактат о медицине, впервые напечатанный в 1566 году. Хирургия, патология, кожные болезни, терапия изложены на основе трудов Гиппократа, Герофила, а также на основании собственной практики. Сочинение написано хорошим стилем и ясным языком, за что Цельса прозвали Цицероном среди врачей. Сумчатый дьявол или тасманийский дьявол – это млекопитающее семейство хищных сумчатых. Длина тела около 70 сантиметров, хвоста приблизительно 30. Это самый крупный из сумчатых хищников. Тело массивное, неуклюжее, голова крупная, морда тупая, широкая. Верхние клыки крупные, торчат наружу, челюсти очень сильные, зубы легко перекусывают кости. Сила укуса этого животного превосходит силу укуса льва. В этом тасманийский дьявол – лидер среди млекопитающих. Лапы сильные, передние чуть длиннее задних. Мех черный, короткий, редкий и жесткий. Свое название зверь получил за свирепый нрав и страшный вид. Это весьма агрессивное животное, любит издавать устрашающие пронзительные крики и может источать неприятный запах, подобно скунсам. Встречается сумчатый дьявол на острове Тасмания, обитает в лесах, умеет плавать и лазить по деревьям. Численность этих сумчатых постоянно сокращается.